Не-не-не-не-не-не-не, не надо, парни. Раскрылся парашют, вот это смерть. Попасть в лопасти комбайна так, чтобы кишки намотались на барабан. Вот это смерть, по мне. Фрэнк. Блин, понт потерять тут это, конечно. Думая о хорошем, не позволяй сомнениям подкрасться в твое сердце. Он прав, Вилма. Но я бы позаботился о заполнении карточки Адамовских. Я только хотел сказать, что как только Нордберг поправится, мы да, снова с ним. Сейчас хуже, чем тогда, причем вам много-много раз хуже идет. Я не знаю почему, но это так. Вилма, ты не можешь сказать, почему Нордберг? Я вроде и стараюсь, и сконцентрирован. Нет. Но вот что я нашла дома в ящике. Фотография. Я люблю тебя из Каракаса. Панамское судно. Фред, но что-то не идет. Блин, так не повезло мне. Теперь я это понимаю. Орлон. Давай, Орлон. Мне нужны все свободные люди. Все, психанул? Я никого не могу передать. Ты же знаешь, мы отвечаем за обеспечение безопасности в отеле. Я нажал блок, и он в него ударил. Почему меня... Почему меня дамажит в такие моменты? Меня так это, блядь, накаляет. Благодаря колоссальным усилиям некоторых наших гражданских лидеров... Королева Елизавета включила Лос-Анджелес в список городов, которые она собирается посетить во время своего визита в Соединенные Штаты. Госпожа мэр Пайлер, будет ли город привлекать дополнительные силы безопасности во время визита королевы? Мы верили в безопасность королевы в руки особого отдела нашей полиции, который сегодня представляет лейтенант Фрэнк Рэй. Нет, 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 ну... Не, ну это ужасно просто. Спасибо, ваша честь. Даже не знаю. Я думал, бля, реально есть прогресс, но, короче, полное говно. Воспользуйтесь моим радио. Я так же плохо, как и в начале, просто жуть. Я думал, хватит урона с двух крутилок. Благодарю, ваша честь. Защита и беспокойство. Может, все-таки за Артура попробовать пройти? Ладно, следующий трай за Артура, и он будет последним сегодня, все-таки меня не хватит, наверное, на прохождение. Спасибо, лейтенант Рейден. В следующем стриме пройдем. Сложился именно так, есть заслуга каждого из нас. Все мы гордимся тем, что королева Елизавета Хелфмен. Наш город. Разумеется, все жители города смогут принять участие в торжествах. Особенно... Это косвенно... Хорошо, игра хоть не слишком длинная. Королева на кухне. На час. Ой-ой-ой. Да не, ну куда я там пройду? Там фантомик, на котором я теряю постоянно по конту. Сейчас будет. Дизморалия словил какой-то за смерти на Орлане. Мне, может, типа не хватает терпения, что ли, блядь, чтобы нормально подраться на боссе. Так, птица, птица, птица. Пожалуйста, разойдите. Ножи. Смотреть не на что. Проходите. Не обнаружили надпорка. А там? Хочешь взять спасательную шлюпку? Нет, нет, я на пресс-конференции. Птицы меня убьют тут. Наверное, даже не птица. Сам отъеду, блин. Даже пол хп ему не снял. Его обнаружил ночной сторож. Надо все проверить. Я поговорю с начальником пристани. Я пошарю по периметру. Может, разнюхаю что-нибудь. Нахуй птиц. Просто доджим. Лейтенант Рэббит, не задоджили.
Я помню тебя, Дрэбин. Чего тебе? Хочу задать тебе пару вопросов. Когда-нибудь видел этого парня? Не знаю. У меня дырявая память. Блин, спешил, не прошу. Твою дырявую память. Не знаю, что ты напоминает. Помню, видел его тут как-то. А тебе зачем? Я не могу ответить на это. Вот так, по-моему. Не думаю, что мне стоит. Ты сомневаешься? Ладно, его зовут Нордберг, он полицейский. Не, в четвертый раз я очень хорошо шел. Если бы мне педик не выпал на последнем уровне, я бы, наверное, с тремя, с двумя контами до конца дошел. Что ты хочешь сделать? Чего я стану тебе об этом рассказывать? Может, это поможет. Я еще не уверен, что должен тебе это рассказывать. Просто отличный был трайп. Просто как-то все складывалось, из тяжелых ситуаций уходил. На последних хп там всегда. Спасибо, Гулимар, за переподписку. Но теперь мне приходилось запрашивать его про наркоту и покушение на убийство. Это моя работа. Блин, нет, мне не получается с дэшем. Я, ну, знаю, видел, как это делается, но мне не получается. Если бы дэш был, типа, как-то поудобнее сделан. Так, все нахуй на одну сторону. Теперь деремся. Нет. Блять. Ну вот он, ГГ. Ну, я не знаю, вот. Ну, это перебор. Это, блядь, перебор. Когда вот такую хуйню мутит, блять, я чё, кто сделал эту игру, ну это реально перебор. Ну, самые сложные эти, блять, монстры. Ладно, я, короче, попробую на контратаках за Артура еще. Типа, все-таки задрочиться, может, мне станет легче потом. Типа, потрачу час, но выиграю время. Ну, когда весь экран, блять, в этих Бёрдманах. Ну, Вот это стоит. Блин, немного оставалось. Вот в прошлый трай, в том-то и дело, что я всегда вот после потных замесов успевал дойти до этой фигни, и нормально было. Да уйди уже. Ее ценность невозможно преувеличить. Интересно. Но я уверен, не. Вы пришли сюда не для того, чтобы послушать лекцию по истории искусства. Я вообще без настроения, надо заново начинать. Убийство одного из ваших рабочих. Его имя Нордберг. Он полицейский. Значит, он еще жив? Он получил 6 пули. Я нажимал блок. Вы слышали то, что кнопка была нажата до, блядь, прыжка даже. Ну, как, блядь, им пользоваться? У него дилей, наверное, секунда ебаная у этого блока. Громадный промышленный центр, который построил я. Вы как представляете себе, что было на том же самом месте, каких-то лет 5 назад? Ну и еще. Апельсиновая рощина тысячи акров. А теперь эта земля приносит десятикратные прибыли. С вами все в порядке? Возьмите, я дам вам софт. А этот офицер, как его зовут? Ну, да. Смог вам кто-нибудь рассказать? Ну, он, конечно же, не мог нам ничего рассказать. Пока. Но так как он снова придет со знанием, мы посмотрим, сможет ли он снова играть на гитаре. Прошу прощения. Я уже отнял у вас слишком много времени. Я хотел бы просмотреть ваши документы по найму и поговорить с кем-нибудь из сотрудников. Разумеется, если вы не возражаете. Конечно, Доминик. Вызовите, пожалуйста, мисс Франц. Как вам известно, я в данный момент очень занят подготовкой к визиту королевы. Моя ассистентка обеспечит вас всем, что понадобится. Вы мне очень помогли, я обязательно отмечу это в своем рапорте. Это доставило мне удовольствие. Мисс Спенсер, это лейтенант Фрэнк Дрэбин, он из полиции. Этот дэш, блять, слепонский. Пизду.
ёбаный тэш. Чтобы его вообще не было в этой мрачной игре. Жмешь его, он, блядь, застифается, пиздец. Ее волосы были цвета позолота на стадии пять. Отстань. И у нее были такие ноги, которые можно было целовать весь день. Не-не-не-не-не, парни. Не успокойтесь. Что раньше 6 жизней осталось после кузнеца. В прошлый раз 10 было из 12. Ну да, раз хуже получилось. Позвольте помочь. Думаю, это то, что вы ищете, лейтенант. Судовые записи и документы о приеме на работу список для тебя. Спасибо. Я слышала, работа полицейского опасна. Так и есть, именно поэтому я ношу с собой большой пистолет. Я... Вы боитесь, что он может случайно выстрелить? 2 раза вперед. Ну это... Мысли. Просто и так неудобно, я не знаю. Думаю, бейсболе. Просто, блядь. Какой миленький браслет. Кто программировал управление, долбоёб. Опять съехал с руки. Ну хорошо. Я посмотрю документы, как можно... Даже на суперудобном DualShock'е это хер работает. Отлично. Но никакой срочности нет, я имею в виду, вы можете не торопиться. Спасибо. Мне хотелось бы вас как-нибудь отблагодарить. Как насчет ужина? Я знаю прекрасное местечко, где подают пищу. Замечательно. Блять, вот раз Толман сагрался в прошлый раз. Мне нужно отдохнуть, завтра весенний праздник. Древо наслаждение. Да, разумеется, может, в другой раз. Дать вам обещание? Нет-нет, ограничимся только ужином. Спасибо вам за помощь, мисс Спенсер. Не за что. Ну что? Мистер Лютер, вы меня напугали. Простите. Я так и хотел знать, получил ли лейтенант Автока. Да, я ему дала копию документов по персональной цели. Хорошо. Он не просто правильный. Этот лейтенант, он так не кажется? Ну, я не знаю, я с ним только что познакомилась. Он показался мне милым. Джейн, я понимаю, что это не совсем обычная просьба. Но если в этой компании происходит что-то нелегальное, мне необходимо знать об этом первым, чтобы мы могли зарубить это еще на корню. Именно поэтому я хочу, чтобы вы... Охуеть. Вроде уже все это видел, все равно охуеваю. Мистер Людвиг, а вы не считаете, что с такими делами лучше разбираться полиция? Мы позволим полиции все уладить, но этой компании необходимо узнавать все как можно быстрее, пока кто-нибудь не посочил эти газеты. Не забывайте. Бля, я представлю, сколько говна впереди, просто эта машина адская, которая трон защищает, эти, блядь, бесконечные черные луга, забитые врагами. Думаю, вы справитесь. Пиздец, через полэкрана взял, убил нахуй. Было около 4 часов дня, когда я вернулся в участок. Чтобы узнать, что парням из лаборатории удалось выжать из куртки Нотберга. Образцам волокон можно многое определить, если они не слишком мокрые. Я надеялся, что в этом деле у нас все сложится. Осторожно! Полиция, стоять! Кто-нибудь запомнил номера? Кто-нибудь разглядел водителя? С дороги! С дороги! Запишите имена всех присутствующих для дальнейшего опроса. Где пора? Идти. Привет, Эд. Есть результаты исследования волокон? Тише. Идет эксперимент. Проверяем новую стену. Антиграффити. Похоже, у нас клиенты. Стена реагирует на краску. У тебя опять получилось. Отличная работа, Кат. Что придумаешь в следующий раз? Вот и что. То, что мы изобрели вчера.